Добро пожаловать, ребят, на третий этап Формулы-1 на Гран-при Китая. Ну что же, мы приезжаем сюда на втором месте позади Макса Ферстаппена после неудачного для нас Бахрейна, где по сути все решила квалификация. Но в этот раз квалификация снова все решает, и я, к сожалению, стартую из второй десятки, поскольку я решил то, что во второй сегмент я пройду на медиуме, но, к сожалению, темпа не хватило, я вылетаю во втором же сегменте вместе с Сайенсом, который не пытался, как я, с хитрожопости пройти на медиуме, нет, он вылетел на софте, что довольно интересно, и выбил его в основном Райконен и Магнуссен. На этот этап Хас себе привезли неплохие обновления, за счет которых Магнуссен и смог пройти в третий сектор. Но посмотрим в гонке, сможет ли он удержать свой темп и удержать позицию и прорваться, может быть, даже вперед. Кто его знает, посмотрим. Ну и да, забегаю чуть вперед. Третий сегмент квалификации у нас был симулирован. А что мы знаем про симуляцию третьего сегмента? То, что стартовая четко выглядит следующим образом. Первый у нас Льюис Хэмилтон, второй Пьер Гасли, третий Шарль Леклер, четвертый Себастьян Феттель, пятый Вальтери Боттас, шестой Макс Ферстаппен, Кими Райкенен, восьмой Чака Перес, девятый Дэвин Батлер и десятый Кевин Магнуссен. Такая у нас интересная топ-десятка. Опять же, очень офигенно игра симулирует. Вместо этого у нас заняли первое-второе место. Но если бы не симуляция, я думаю, они бы заняли где-нибудь седьмое-восьмое место. Ну окей, может быть чуть выше, там шестое-пятое место. Но не более, я думаю. Все-таки первое место было бы за Ферстаппеном, второе там за Редбулом, ну и так далее. Ладно, переходим к старту. Гаснет красный огонь, я срываюсь с места. Справа от меня Хюлькенберг тоже проваливает свой старт, но устремляется вперед, в отличие от меня. Меня тут же проходит справа Рикьярдо. По крайней мере, он со мной смог поравняться. На входе в улитку я пытаюсь по внешней траектории обойти как можно больше болидов, поскольку они замедлились друг за другом, и за счет своей кое-какой прижимной силы все-таки смог это сделать. Поравнялся с Магнуссеном, которого тут же начинаю обходить уже во второй части улитки, и спокойно выхожу впереди него. И в этот момент еще Батлер с Пересом вели свою борьбу за восьмую позицию. Ладно, перейдем к старту с ТВ-камеры. Мерседесы неплохо стартуют, по крайней мере, Льюис очень хорошо, он сразу же пытается оторваться от основного пилотона. Гасли будет выступать в роли сдерживающего щита, который будет сдерживать позади себя пилотон основной, ну и также Макса Ферстаппена, который будет прорваться во что бы ему ни стало до первой позиции. Моя же задача в этот момент была, самое главное, прорваться вперед и также не отстать от Макса Ферстаппена, который уже через какое-то время начнет проходить постепенно своих соперников. Даже уже с первого круга он это начал, он сразу же прошел на старт Боттаса и Феттеля за счет, опять же, лучшего старта. Сначала прошел Боттаса, потом по внутренней траектории атакует в улитке Феттеля и без каких-либо проблем выходит вперед. Перед Ферстаппеном в тот момент сражались Гасли и Леклер за вторую позицию, но Феттель также попытается контратаковать Ферстаппена, но у него, к сожалению, ничего не выходит. Ферстаппен лучше выходит из второго сектора улитки и тем самым выходит на четвертую позицию. Но перед ним два болида, по сути, сражались между собой, что мешало ему в его продвижении на первом же кругу, так как банально не было места для атаки. По итогу Макс просто выждал, пока эта пара разберется между собой. И Гасли таки разобрался с Леклером, он отстоял свою вторую позицию и потихоньку начал сдерживать пелотон, как я думаю, они и задумывали в Мерседес. Ну а тем временем я врываюсь в борьбу между Пересом и Батлером. Также по итогу получается, как в прошлом этапе со мной, Батлера вытесняют за пределы трассы, по крайней мере Перес его вытеснил, так сказать, око за око, но, конечно, я не со зла это сделал, просто у меня не было вариантов оттормозиться, я начал поздно тормозить, поэтому мне пришлось нырнуть во внутреннюю траекторию, и хорошо, что я не успел долететь до Райкона, который был в этот момент впереди. Тем временем позади у нас разворачивалась борьба за внеочковую зону между Сайенсом и Хюлькенбергом, и почему Хюлькенберг на второй росу проходит Сайенса. Конечно, довольно интересно то, что младший брат дает отпор старшему брату, примерно как-то так можно это все дело назвать. Борьба между Леклером и Гасли продолжается ближе к концу круга. За счет прямой Леклер смог сократить дистанцию по отношению к Гасли, точнее за счет даже слипстрима, и уже в последнем повороте смог его пройти. Но потом идет опять же прямая, у Гасли есть слипстрим, также позади них идет Макс, который тут же атакует Гасли, поравнялся с ним, и на входе в улитку они бок о бок начинают ее проходить. По итогу они начинают терять, конечно же, по отношению к Леклеру за счет того, что один и второй проходят по не очень оптимальной траектории. Леклер тем самым немножко отрывается вперед, позади же пилоты кучкуются. В тот же момент я еще там где-то позади еду, пытаюсь как-то догнать Райконена, что у меня по итогу через какой-то момент даже получится. Ну и на обратной прямой Ферстаппен на том же кругу обходит и Леклера и устремляется уже за Льюисом. Я же к этому моменту понимал то, что я очень много теряю времени. По сути, конец уже второго круга. Ферстаппен прорвался на вторую позицию. Я же как был на восьмом месте, так и остался. Да, стартовал, конечно, там с 12-13 места. Но все же, восьмое место для меня это, ну, очень плохой прорыв, поскольку наш блиц способен на многое.
Ладно, на третьем кругу за счет ДРС уже беру кота за яйца, начинаю потихоньку проходить пилотон, начинаем с Райкина, который уже успел отстать от предыдущего Ботаса. Но не беда, на следующем кругу я уже его догоняю. За счет слепстрима ДРС начинаю его проходить. Он, конечно, пытался атаковать Феттеля, но у Феттеля тоже был слепстрим и ДРС от Гасли. По итогу прохожу Ботаса до шпильки и уже начинаю погоню за Феттелем. Ну, в принципе, он недалеко от меня, поэтому за счет лучшего выхода из шпильки я остаюсь у него на хвосте очень близко. Последний поворот. Также остаюсь близок к нему, но на старт-финишной прямой все-таки у меня будет слепстрим и ДРС. Да, у него то же самое будет, но слепстрим у него будет хуже, поскольку Гасли находится далеко. И на входе в улитки мы с ним поравнялись, как Ферстаппен на втором кругу с Гасли. И по итогу я его прохожу и выхожу уже на пятую позицию. В принципе, неплохо за два круга, плюс три позиции, но останавливаться на этом рано. Впереди у нас еще есть Гасли, Леклер, Хэмилтон и, конечно же, сам Ферстаппен. Собственно, с Гасли на пятом кругу я начинаю разбираться, решая его пройти по внешней траектории, так как Гасли пытался защитить внутреннюю. Довольно интересный момент, то что боты почему-то при защите в этой шпильке проезжали прямо по поребрику, из-за чего теряли немалое количество времени, и также у них был очень плохой выход. С Леклером я разобрался примерно так же, как с Феттелем. Также прямая, у меня есть слепстрим ДРС, но тут все-таки я быстрее разгоняюсь, чем тогда Феттель. И по итогу еще до улитки прохожу Леклера и уже потихоньку начинаю догонять впереди идущую пару, которые уже в тот момент потихоньку-потихоньку начинали бороться уже за первое место, поскольку Макс был довольно близок. Позади меня в этот же момент Гасли потеряет свою позицию по отношению к Феттелю. Феттель смог по внутренней траектории поравняться с Гасли, но потом идет левый довольно медленный поворот, в котором Феттель остается все равно бок о бок с Гасли. Конечно, на выходе Гасли был лучше, но Феттель смог удержаться и уже готовит атаку перед шестым поворотом. И тут же Вальтри врывается также в эту борьбу. Втроем проходят шестой поворот, и по итогу Феттель одерживает верх в этой борьбе. Но расслабляться рано, Гасли еще боролся в этот момент с Ботасом. И также Ботас потихонечку сдавал свою позицию, Гасли немного сносит в сторону Ботаса, потом скоростная связка двух поворотов, но по итогу Ботас вырывает тоже позицию по отношению к Гасли. После чего на обратной прямой Ботас атакует Феттеля, у которого тоже был ДРС в тот момент, но за счет слепстрима в начале прямой Вальтери все-таки имеет большую скорость, за счет которой без проблем проходит Феттеля перед самой шпилькой. И по итогу Ботас выходит уже на четвертую позицию, опередив двух своих оппонентов. Впереди же у него был только уже Леклер. К концу шестого круга все-таки Ферстаппен смог догнать Хэмилтона, потихоньку подбирается к нему, уходит на внутреннюю траекторию в шпильке, пытается по ней же ее обойти. Льюис также сместился ближе к внутренней траектории. По итогу Льюис выходит лучший выход из шпильки. По итогу он остается на первом позиции. Но впереди идет старт-финиш прямая с зоны ДРС. Бок о бок они заходят в последний поворот. Льюис лучше выходит и за счет этого сохраняет себе первую позицию. После чего они также продолжают свою борьбу бок о бок. Тем самым замедляя друг друга, и тем самым я смог к ним подъехать. На седьмом кругу Ферстаппен и я проходим Хэмилтона, и тут же борьба уже идет между нами. По итогу я лучше выхожу из шпильки, также Макс зачем-то режет ее, хотя я никак его даже не вытеснял. Я лучше выхожу, и Макс на том же кругу у нас уходит на пит-стоп, и я тем самым выхожу еще и на первую позицию. Довольно неплохо, за 7 кругов смог вырваться с 13 на первую позицию, также еще обогнал своего напарника по команде. Потом у нас опять же пит-стопные войны, в которые у нас Вальтери Ботас в очередной раз терпит поражение из-за того, что Торо Россо задержало его, и из-за этого он пропустил Феррари, Мерседес, ну и также Racing Point проехал и немного задержало его. После своего пит-стопа Ферстаппен начинает свой прорыв, проходит Вильямс и Альфа Ромео. Кстати, стоит заметить то, что у Ферстаппена, как и у всех, была стратегия в один пит-стоп, и он должен был довольно долго проехать на своем медиуме, поскольку он заехал в конце седьмого круга, а гонка у нас длится 28 кругов, то есть 20 кругов он должен будет проехать на этой резине, но не тут-то было. В конце первого сектора он ошибается, выезжает на траву, и после возвращения успевает оттормозиться перед Рено, врезается в нее, теряет часть переднего антикрыла и забегает чуть вперед. Для Макса это станет критической его ошибкой, из-за которой он начнет терять позицию за позицией, так как он не поедет на пит-стоп менять переднее антикрыло. Конечно, я могу предположить, что он не поехал на пит-стоп из-за того, что у него не было просто банально еще одного харда, чтобы переодеться на него и закончить этап уже с новым крылом, хотя бы и не терять драгоценное время. Но Макс почему-то не решился на этот шаг, и по итогу он начинает терять позицию за позицией, он не вписывается в повороты. Да, напрямую он мог еще бороться за счет слепстрима ДРС, за счет того, что это Макларен все-таки у нас. Он мог отыгрывать позиции обратно, но между старт-финишной прямой и обратной прямой здесь идет секция поворотов, в которой Макс очень и очень много терял времени. Также на выходе из второй улитки, которая выходит у нас на обратную прямую, он также терял время. Да, он успевал разогнаться, и за счет этого он как-то мог держаться еще, но обе Феррари его смогли опередить, после чего они уже начинают бороться между собой, и борьба у них будет довольно напряженная и затяжная до конца почти гонки, как
обычно у нас это бывает. Ну и, собственно, да, бок о бок они начинают проходить. Макс за этим наблюдал позади. Конечно же, у него был и слепстрим, и ДРС напрямую. И за счет этого он смог навязать борьбу Феррари и пытаться даже пройти. Причем обоих он смог пройти. Но потом идет коварная улитка, в которой все решает прижимная сила, которой у Макса, к сожалению, в этот момент не было. По итогу Феттель тут же отыграл свою позицию. Леклер также смог отыграть по внутреннему радиусу и потом по внешнему еще смог отыграть. И после хорошего выхода Леклер также отрывается, как и Феттель. Ну и что же, потом они догоняют Джовинаццо, который также проходит без каких-либо проблем. И уже потихоньку-потихоньку они прорываются вперед. Также перед ними Вильямс и Рено потихоньку сражались. На торможении Рено еще блокирует все колеса. Феттель каким-то чудом не ломает себе переднее антикрыло об предыдущий Вильямс, который, по сути, должен был ему сломать, но повезло ему, повезло. И не закончил он как Макс, но хотя, скорее всего, может быть, он все-таки поехал бы на пит-стоп, послушавшись своего инженера. Ну ладно, у них разгорается снова борьба с Леклером. И Феттель смог одержать снова победу в этой борьбе. На следующий круг они также догнали ту Рено, который заблокировал колеса, из-за которой чуть Феттель не решился части переднего антикрыла. Феттель без проблем вошел. Леклер также по внутреннему радиусу пытается обойти Рено, та еще и сместилась чуть шире, чтобы у Леклера хватило просто мест. И, к сожалению, ближе к концу дистанции у нас сходит Хэмилтон. Неплохо он проводил эту гонку, ушел на третьем месте. Впереди него шел только я и Сайенс, которые были на другой стратегии, тоже один пит-стоп. Но у нас был длиннее стинт, что, по сути, сказалось на том, на каких позициях мы выехали. Поскольку лидеры, которые были на софте, они выехали в середине пелотона, который также шел на медиуме. И из-за этого им приходилось бороться и терять кучу просто времени по отношению к тем, кто вот был как раз таки на медиуме. Ближе к концу дистанции у нас разродилась борьба между младшим и старшим братом. Вальтери пытался опередить Хюлькенберга, что у него по итогу так и удалось. Но Торо Россо показывает очень хороший темп. Они могут бороться с Редбуллом, с Феррари, с Мерседесом. И это самое главное. К сожалению, да, я в какой-то момент пропустил борьбу между Феттелем и Леклером, когда они обменялись позициями. Сейчас Феттель пытался опередить Леклера, вернуть свою третью позицию, но заблокировал колеса, бок о бок они выходят после шпильки, также приближаются к последнему повороту бок о бок. И тут уже кто лучше из них выйдет напрямую, у того, кого будет ДРС, тот и сможет одержать победу в этой борьбе. Позади у нас был Леклер, у него был ДРС, слепстрим, и без каких-либо проблем он выходит на третью позицию. У меня, к сожалению, не было никакой борьбы особой. Я выехал после пит-стопа на четвертой позиции, как я и говорил. Те, кто был на медиуме, они имели преимущество по отношению к тем, кто был на софте. У нас был позже пит-стоп. Из-за этого мы проехали большую дистанцию, из-за этого мы дальше оторвались от группы Б, так сказать. И за счет этого мы выехали перед всем пелотоном. И за счет этого мы с Сайенсом смогли заработать очень хорошие позиции. Ну, все-таки да, я смог прорваться еще до первой позиции, до своего пит-стопа и до пит-стопа, в принципе, своих оппонентов. Неплохо для меня сложилась гонка, квалификация сложилась, конечно, печально. Для Ферстаппена это был провальный этап, просто провал. 18-я позиция на финише, его только не успел опередить один из болидов Вильямсов. Может быть, из-за того, что тоже возникли какие-то проблемы, где-то, может, врезался, но все-таки он заехал на пит-стоп и поменял переднее антикрыло, в отличие от Ферстаппена. Что же, первая позиция за мной, вторая у нас Сайенс и третий Леклер. Неплохо Леклер повоевал, смог отвоевать свою третью позицию. Сайенс за счет идентичной стратегии также смог неплохо отыграться из-за того, что он все-таки позже выехал из пит-стопов. Если подводить какие-то итоги небольшие по поводу этапа в нашей команде в Макларене, то да, для меня хорошо, что Ферстаппен пришел вне очковой зоны. Но, как для команды, это очень плохо, он не заработал лишние очки, и в кубке конструкторов нас слегка догоняют. Да, конечно, это 2-3 очка там от Red Bull и Ferrari, но все-таки потихоньку догоняют. И если так будет продолжаться, то все закончится очень плохо. Ладно, за мной еще был быстрый круг, который я поставил там за 2 круга до финиша. Наэкономив топливо и ЕРС без каких-либо проблем, смог его поставить, никто его не смог опять же перебить. До этого был быстрый круг за Максом, который также никто не смог перебить с начала гонки. По контактам у нас было все плохо, как обычно, я думаю, их просто не записывают. Опять же, контакта Макса и Рено не было. То есть, ну как игра записывает, я просто даже не могу этого понять. Может быть, это как-нибудь пофиксят, ну хрен его знает. Слава богу, хотя бы патч уже выпустили, и то радует. Что же, соперничество, я выигрываю Батлера на следующем уже этапе. С Максом мы сравнялись. На следующий этап нам приезжает также обновление в шасси. Я решаю просто взять улучшение в отделе качества, чтобы с большим шансом нам все-таки приехала наша деталь. И также последние ресурсы я решаю вложить уже в износ двигателя, поскольку уже в Китае первая силовая установка у нас ушла на покой. По крайней мере, ДВС именно ушел на покой. И уже с Баку у нас будет новая силовая установка. Что же, ребята, это все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.